Андрей, ты не поверишь, но я нашла тюменского Рокки Бальбоа. Посмотри. Угу. Зовут его Расул Каримов, парню 21 год, он брюнет и в прекрасной физической форме. Все потому, что молодой человек построил у себя во дворе тренажерную площадку. Там он переворачивает колеса, подтягивается на перекладине и бьет по груши. Видимо, готовится выйти на ринг. Да, думаю, Расулу надо отправить эти видео Сильвестру Сталлоне, чтобы Сильвестр понимал, достойная смена подросла. А я для нашего бьюти-рейтинга выбрал Табризову Дарью, но я не смог оторваться от снимка Даши. Посмотрите, какая Даша хозяйственная девушка. Да, уверена, что именно так и прошли выходные у большинства тюменцев. Да, в следующий раз зовите нас на шашлыки и на помощь. Если вы хотите заявить о себе на всю область, просто делайте яркие снимки и ставьте хэштег «Красавчик дня», и уже завтра мы покажем вас в прямом эфире.